Здравия желаю. Сегодня мы будем заряжать телефон без траты тока. То есть вот этот телефон Samsung. Смотрим. У него 57, вот не знаю, видите, нет. 57% он в верхнем углу заряда сейчас. Включаем, берем зарядное устройство 5 вольт 2,1 ампера и включаем. Включаем сеть. Вот включил. Вот она. Белая. Включили. Зарядка пошла. Вот 57. Вот счетчик у нас весь стоит. Стоит. Давай будем ждать. Давай подождем. Тут скажут, что сначала не берет, потом берет. Вот написано зарядка 57%. А сейчас подождем минут 10, чтобы для чистоты эксперимента. Подождем минут 10, насколько зарядится и насколько счетчик отойдет. Он никуда не отходит. Вот, то есть заряжается, не тратя никакого тока. Потому что ток, как я вчера и показывал, возвращается назад. Значит, батарейка, которая в этом телефоне, вот с этой стороны, она имеет, значит, обратный ток более, чем вот эта штучка белая на 5 вольт. Вот она. В этом причина, что зарядка идет, а ток не сматывается. Мы сейчас приостановим, чтобы это все неинтересно смотреть. И приостановим, потом еще запишу. Минут через 10 еще запишу. Продолжаем репортаж. Значит, сейчас телефон был заряжен на 57%. Сейчас вот смотрите. 90%. Вот, зарядка 90%. И счетчик как стоял, так и стоит по-риски. Не шелохнулся. То есть телефон заряжается бесплатно. Вот 90, сейчас посмотрим, чтобы убедились. Подождем, чтобы на один хотя бы поднялся. Вот сейчас потух, пусть, потом включим. Подождем минут 5. А то скажете, что я включил, где-то заряжал, а потом включил. Рептилоиды так скажут. Пока вот 90. Подождем минуты 2-3. Вот это, видите, горит синим огоньком зарядка.
пару минут подождем. Понятно, что если дошел до 90, то и до 100 дойдет. Можно не показывать, потому что току еще меньше будет потребляться, когда батарейка полная. Чем она полнее, тем меньше току. Нужно будет, нужно. Сила тока уменьшается пропорционально, значит, степени заряженности аккумулятора этого телефона. Вот сейчас 3 минуты. Подождем до 5, посмотрим. Спешить некуда. А вы можете прокрутить до 5 минут, чтобы не ждать. Увидите. Это я, чтобы запечатлеть все это. То есть это съемка в прямом эфире, без подтасовок, без всего. Вот 5 минут. Давайте включим. Видите? 92, то есть вот оно. 90, зарядка 92. То есть на 2% заправилось за 3 минуты. Вот она как стояла, вот так и стоит. Счетчик работает, работает. Вот лампочку. Включим лампочку, посмотрите. Эти счетчик работает. Выключили. Сейчас назад вернется. Вернется назад счетчик. Вот вернулся назад. То есть энергия возвращается, поэтому телефон-то не сматывает, потому что у лампочки энергия большая, 100 ватт, а у телефона там 5-10 ватт. Поэтому он быстро назад возвращается. Вперед-назад. Вперед-назад. Вот он. Щелкнул. Вперед-назад. Вот сейчас телефон опять на зарядке. Зарядка 92. Счетчик встал на место и так и стоит. Вчера я объяснял как.
это работает? За счет того, что... Значит, сейчас еще раз покажу, кто не понял. Вот, значит, телефон. Квадратик рисуем. И вот, значит, два проводка. Ну, там как один видно здесь, ну, два идет. И зарядка. Вот это даже не телефон, это телефон не будем брать. А это батарейка телефона. Батарейка телефонная. Вот он пошел только сюда. Зарядка включена, вот, в сеть. Сеть. Только сюда пошел, вот стрелка. Вот стрелка. А и у зарядки-то ток тоже есть. Он его отразил. Он назад сюда пошел. Понимаете? И так беспрерывно. То есть он взял, отразил. Он взял, отразил назад. Вперед-назад. А так как сила тока небольшая в батарейке мощности, то счетчик успевает откатиться. Он как бы стоит, но на деле он не стоит. Он делает, вот внимательно посмотрите, маленькие колебательные движения. То есть вперед-назад, вперед. Взял, откатил, взял, откатил. Так что телефон вот 92% у него. Не будем до конца доводить. Смысла нет. И так понятно, что ток не берет. Спасибо за внимание. Всем желаю здоровья и процветания.